Всем привет! Сегодня у меня на обзоре такая вот необычная приманка, которая впитала в себя свойства и стримовых воблеров, и обычных миношек. Это у нас Storm Gamoku Dance в размере 48 мм. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru. Почему я так сказал? Если посмотреть поближе приманку, то мы увидим, во-первых, вот такие вот округлые формы, но при этом плоские бока. То есть что-то среднее получается. И не стрим, и не обычная миношка. И по свойствам это хорошо видно, когда мы ловим в стоящей воде, приходится делать ускорение, чтобы завелся воблер. А на быстром течении немного он теряется, немного сбивается с игры. Поэтому самое оптимальное место для его применения – это реки с умеренным течением, на которых он чувствует себя как рыба в воде. При этом у него очень широкая игра, как у воблеров Minnow. Не такая высокочастотная и низкоамплитудная, как у стримов, а именно такая размашистая, хорошая игра. Он прям полноценно заводится, полноценно работает. У него вес, кстати, аж целых 6 грамм, да, для размера 48 миллиметров это очень много, и он действительно очень классно летит, но при этом он быстро тонущий. Ну, не знаю, для кого-то это минус, для меня, в принципе, это плюс. Можно ловить где-то чуть поглубже, если надо у дна провести его, сделать паузу, подождать, и опять там где-то какую-то проводочку сделать вдоль коряжника какого-нибудь, выманить рыбу, которая находится поглубже. На паузах он где-то пытается даже осыпаться, не всегда, конечно, ему это удается. Но и не отметить этот факт я не мог. По уловам. Ну, понятно, приобретался он для ловли белого хищника, главля и жереха. По совместительству попробовал я ловить на него форель, но все-таки он немного заваливается на течение. Не очень комфортно ловить на сильном течении. Но вот в формате обычной реки с умеренным течением он очень хорош. Приманивает, кстати, не только белого хищника, еще и окуня. Часто кидаются на него шнурки. В общем, интересный воблерок. Можно ловить на него и, я думаю, на море. Правда, здесь вот тройники такие обычные, пресноводные, так что придется на что-то другое поменять, чтобы не испортились они от соленой воды. Ну а на этом все о данной приманке. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока!